Добрый день. Хочу оставить отзыв Оксане Солнце о последнем разборе, который был сегодня. Разбор на тему нерожденных детей мамы, не пришедших, нерожденных, который, я считаю, что очень важен для каждого человека, чтобы правильно перетекала энергия родовая и знать свое место в родовой системе. Это очень важно и для проявления, и для здоровья, и для благосостояния. Хочу поблагодарить Оксаночку, потому что она очень опытный мастер, очень чуткий, тонко подмечающий нюансы, и, конечно же, заместителей, которые участвовали в этом разборе. Всем вам огромная благодарность. Сколько делали разборов на радость, но только вот в процессе этого разбора я поняла, что это именно тот кирпичик, которого не хватало для ощущения внутренней радости, для ее проявления. И, возможно, своего тоже проявления как личности. Благодарю всех. Желаю всем успехов, и если вы не делали еще этот разбор, то обязательно его сделайте. Он очень важен.